Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили 2366 выездов на пожары в столице, на которых погибли 26 человек. 53 человека спасены. Минск чрезвычайный. 27 ноября в 5 утра очевидцы сообщили по номеру 112 о загорании по улице Мозырьской. Прибывшие огнеборцы констатировали открытое горение гаража площадью 24 квадратных метра. В ходе тушения пожара работниками МЧС были обнаружены два трупа мужчин. Рассматриваются несколько причин трагедии, одна из которых – неосторожное обращение с огнем при курении. В этот же день около полудня спасатели получили сообщение о пожаре в квартире дома номер 1 по улице Голубева. Не прошло и 3 минут, как работники МЧС уже были на месте ЧС. В ходе тушения пожара было установлено, что на 9-м этаже горело имущество на общей площади 45 квадратных метров. Спасатель из соседних квартир эвакуировали 20 человек. В момент возникновения горения в квартире находилась женщина с 3 детьми. С ее слов, она находилась на кухне, когда почувствовала запах дыма. Зайдя в комнату, в которой играли дети, она увидела горящий диван. После схватила детей, вышла из квартиры и позвонила в МЧС. Предполагаемая причина пожара – детская шалость с огнем. А в воскресенье загорание произошло в квартире по улице Якубовского из-за банального – незатушенной сигареты. Хозяин пояснил, что находился дома и периодически курил на кухне. В какой-то момент он выкинул в мусорное ведро незатушенный бычок и ушел в комнату. Спустя некоторое время сигарета спровоцировала загорание, с которым уже не смог справиться хозяин квартиры. Этот случай еще раз напоминает каждому курильщику. Не жди белочку, туши окурок. На этом все. С вами был Александр Попко. Пока. Минск чрезвычайный.